Молдавская делегация в ОКК сорвала подписание важных документов из-за туалета. Сегодня на заседании представители Молдовы не подписали доклад Объединенного военного командования и акты военных наблюдателей. Камнем преткновения стал санузел, который власти Бендер начали строить на КПП Бендера-Кишинев. Вот на этой основе, что вроде как что-то строится, значит, молдавская страна, значит, устроила блокирование, подписание, значит, очень важного для Объединенной контрольной комиссии документа, когда мы говорим о том, что это же чисто делается для людей, причем здесь миротворческая операция, это делается городскими властями для того, чтобы соответствующие пункты пропуска, они были обеспечены всем необходимым вот этой точки зрения. Они эту ситуацию воспринимают достаточно категорично и не хотят ничего слушать, и ведут себя, конечно, достаточно агрессивно. Молдавская сторона не исключила, что строится не общественный туалет, а военный объект. Поэтому приднестровская делегация решила отправить запрос в госадминистрацию Бендер, чтобы там предоставили всю документацию по строящемуся объекту. Вот проект объекта, который вызвал обеспокоенность молдавской стороны. Как рассказал Олег Беляков, на данный момент он представляет из себя металлический каркас, которому предстоит обшивка. Возможно, когда молдавские коллеги увидят проект, они перестанут беспокоиться, считает сопредседатель комиссии от Приднестровья. К обсуждению туалетного вопроса ОКК вернется на следующей неделе.